Всем привет! Меня зовут Гусь Михаил. И сегодня я вам расскажу, почему клиентам, это информация для массажистов, нельзя после хорошего, эффективного, продуктивного массажа спины и общего массажа всего тела выходить на улицу на мороз. Понятно? Всем сразу станет понятно, что большая вероятность, что человек заболеет. Но почему так происходит? Потому что во время качественного массажа крайне сильно прогреваются мягкие ткани. Конечно, если вы попали к специалисту, который даже эпиемию у вас на спине не вызвал, который делает вам, например, ватерлинковую зону, а вы чувствуете, как у вас холод на пояснице, то ничего не будет. Но если же вы попали к хорошему специалисту, который отмаслал вам и у вас выросли крылья, то рекомендую минимум 15 минут посидеть в зоне ожидания, для того, чтобы ваш организм остыл и включилась терморегуляция. Потому что, когда она, мышцы прогреты, мягкие ткани прогреты, она отключается. И большая вероятность, что выйдя на улицу, вы заболеете. Потом, когда организм застывает, терморегуляция снова включается, поры снова могут как бы закрываться, не выпускать из себя тепло, то вы уже тогда можете идти на улицу, даже на мороз, не боясь, что вы заболеете. Поэтому, если мы выключаем качественным и эффективным массажем терморегуляцию, то просите, чтобы ваш клиент ожидал, у него включилась терморегуляция, и он не заболел. Не благодарите, пожалуйста.